Доверяй, но проверяй. Сразу несколько чебоксарских пенсионеров стали жертвами мошенников. Представляясь работниками ЖЭКа, под предлогом замены труб, эти трое мужчин вынуждали пенсионеров установить фильтр для очистки воды, завышая его стоимость в 10-15 раз. В настоящее время в полицию уже обратились 17 потерпевших. Если вы или ваши знакомые пострадали от преступных действий этих мужчин, обращайтесь в отдел полиции по месту жительства.